Так, добрый день. Здравствуйте. Как дела? Да ничего, слава богу. Вот я увидел флаг России у вас здесь, да? Правильно? Ага. Это вы что этим хотите сказать? Скандальное видео, на котором национал-патриот Мухтар Тайжан останавливает автомобиль с российским флагом на лобовом стекле, набрало сотни тысяч просмотров в интернете. Мухтар Тайжан четко объяснил свою позицию. Ответить его оппонент ничего не смог. Мне, например, обидно. Вот я вот здесь вырос, да, родился. Почему граждане нашей страны с другим флагом? Хотите жить там? Патриот России, почему там не живете? Почему здесь вы растите детей, работаете, выросли здесь? Почему вот такое оскорбление? У меня два флага. Ну почему вот это? Вот почему вот так вот происходит? Почему так происходит, Мухтар Тайжан объясняет, поправляя у себя в авто флаг Украины, так похожий по цвету на казахстанский. Тайжан говорит, что ничего не имеет против символики другого государства, только если это не символика страны-агрессора. Слишком много казахский народ натерпелся от имперских амбиций Кремля. Вот в экологическом смысле мы колония России на сегодняшний день. В экономическом плане мы колония России на сегодняшний день в рамках ТС и ЕС. В информационно-культурном плане мы опять-таки колония. Посмотри, у нас включи телевизор, из 90 каналов 70 у нас российские. Такие аргументы впечатляют не всех. Блогер Ринат Кибраев считает, что Мухтар Тайжан с помощью размещения в сети видео своего поступка занимается откровенным самопиаром. Корни проблемы независимости Казахстана находятся не в российских флагах, а в Акорде, где наш президент Назарбаев уже десятилетиями проводит политику лишения Казахстана собственного суверенитета. Мы уже давно колония западного мира, России, Китая. Если Тайжан действительно борется за независимость нашей страны, то пусть борется прежде всего против Ельбасы, а не против обычных людей, нарушая тем самым их право на самовыражение. У Мухтара Тайжана нашлось немало сторонников, которые считают, что никакого права на самовыражение он не нарушает, а интеграция с Россией может в любой момент закончиться для Казахстана потерей независимости. Ну, раз если нравится Россия, пусть туда езжай, туда. Меньше народа, больше кислорода. Мы жители Казахстана. Почему нам флаги Российской Федерации? Я скажу, что я отношусь нейтрально, ну, это дело каждого, ну, я бы не повесила. Раз ты живешь в Казахстане, будь добр, живи по казахским правилам. Если нравится, пусть живет в России. Если человек вывешивает флаги, мы все видим в Украине, кто вывешивал эти флаги и кто это все делал. Правильно? Это во-первых. Во-вторых, вывешивать флаги и георгиевские ленточки. Ведь если вдаться в историю этого флага триколора и георгиевские ленточки, во Второй мировой войне под этими флагами и под героическими ленточками воевали власовцы на самом деле. Как доказательство, КАЗ-символ – магазин в центре Алматы. Здесь триколор продают наравне с желто-голубым флагом Казахстана. Говорят, расходится товар отлично. Под заказ могут привезти российский флаг любого размера. Вот она, многолетняя многовекторная политика Ельбасы. И среди казахстанцев много таких, кто считает ситуацию приемлемой. Русский – ключ мира. Без русских мир не будет, а то, что сейчас там творится, это сейчас Россия встает на ноги. Я приветствую президента Путина. Вот. Он в конце-то концов собирает русскую землю. Вот вы виноваты, что вы казахи, а мы русские. Да. Мы виноваты, что мы русские. Да, но вы как бы являетесь гражданами какой страны? Мы Россия. Ну, мне нравится. Ну, в данный момент мы уже... Триколор нравится, если... Ну, почему я не могу его взять и... Да, и, конечно. Не умаляя ни в чем, не умаляя заслуг и Казахстана, и России. Во-первых, я такого не заметил. А если такое даже есть, я не вижу в этом никакого ни сепаратизма, ни национализма. Ничего в этом нет плохого. Я считаю, что боже. Во Франции, в Германии, в Голландии, Бельгии... Я видел также наших казахстанских, ну, не то что граждан, они уже граждане Европы, но проживающие там казахи наши, да? Они также на машинах у себя ставят те же флаги,
Я в этом ничего такого плохого не вижу. Правозащитник Ермек Нарымбаев считает, что Мухтар Тайжан поступил правильно. Российскому флагу нет места на казахстанской земле. Ведь никто не подумал во время Великой Отечественной войны вывешивать на балконе флаг фашистской Германии. Если Российская Федерация угрожает Казахстану сегодня, проводит угрожающие приграничные военные учения вместе с 41-й армией общевойсковой, на границе с Казахстаном и вблизи города Усть-Каменогорска, то такие моменты на фоне выступлений Жириновского, Лимонова, Путина, там, председателя парламента Хакасии, других общественных деятелей России, то на этом фоне, конечно же, флаг Российской Федерации на машинах, он может означать то, что значит, данный человек значит, себя идентифицирует против Казахстана. Вот, Владислав, вот меня зовут Мухтар. Вот давайте руку друг другу пожмем, и вы мне, как мужчина, пообещаете, что раз вы гражданин Казахстана, патриот страны, вы будете, не будете чужие флаги вешать. И наш повесьте, вон у меня висит, посмотрите, наш казахстанский флаг. Мне обидно стало, и поэтому я вас остановил. Счастливого вам пути, удачи вам. Видео Мухтара Тайжана заканчивается хэппи-эндом. Его оппонент понял свою ошибку, снял флаг и не стал конфликтовать с земляком. В жизни, как показывает практика, не всегда бывает счастливый конец. Триколор в Казахстане на законных основаниях пока развивается разве что над зданиями дипмиссии. Но, как показывает пример Украины, все может очень быстро измениться. И тогда убеждать любителей трехцветного флага придется с помощью других аргументов.